очень хотелось бы попросить, чтобы тогда здесь побольше было логопедов, психологов и дефектологов. Почему? Потому что, сами понимаете, сейчас у нас есть центр «Семья», прекрасное заведение, мы туда ходим. Но поверьте, у нас очень много таких детей, которые просто не попадают туда, потому что там стоят по очередям, по году, по два, по три. Некоторые детки записываются, но детки часто болеют, не ходят. Из-за этого получается, что приходишь к ним, вроде хочется получить помощь, они дают помощь, они стараются. Но все забито. Просто, извините, они могут обслужить, например, ну, я не знаю, там, ну, 20-30 детей, а нас 600, представьте. И ждать каждый год, даже стоять 3 года в очереди, ребенок не может. 8 лет идти в школу, а в школу разводят руками, потому что мы до этого ничего не получили. Из-за этого очень вас просим, если можно нам сюда предоставить педагогов, очень просим, чтобы их было побольше, чтобы было побольше детей задействовано. Нету образовательного ничего. В школу мы приходим поболеть. Учителя в шоке от того, что такими детьми раньше не занимались. И они, ну, они, конечно, прошли курсы, они хотят заниматься с ними, но они не умеют, ну, вообще никак. Они не умеют. Не готовы, они таких детей не видели. Если здесь я смогу получить помощь, как бы, ну, такую, ну, реальную, доступную, не за бешеные деньги, как приезжают у нас специалисты и косят бабки просто на наших детях. Вот, если можно будет получить и мне, и ей тут помощь, я подумаю.